Ребята перед защитой проектов волнуются. Жюри представительное. Это эксперты Владимир Пахомов, доктор исторических наук, который начинал этот проект. Доктор педагогических наук, автор учебников по обществознанию Андрей Иоффе. Профессор Олег Парамонов, кандидат педагогических наук Наталья Воскресенская и другие. Юные ученые, школьники из разных уголков нашей страны, от Камчатки до Ставропольского края, от Санкт-Петербурга до Краснодара. Всего 19 команд, по 5 человек. Каждый выбирали темы социальной направленности. Они сами определили, какая проблема на сегодня является самой острый в рамках не только своей школы, но и города и края в целом. Экология, увековечивание памяти героев-ветеранов, сохранение памятников культуры, правильный выбор профессии. Так, лучшим проектом, отобранным в финал от Самарской области, стали трудовые традиции. Ребята задались вопросом, почему сегодня дети не идут по стопам родителей, которые могли бы передать им колоссальный опыт, и как эту проблему решить. Не менее глобальную подняли школьники Северодвинска. Они назвали свою работу «Музейная прививка». Чем становились мы старше, нам хотелось познакомиться, что-то новое. А ничего, никаких экскурсий для нас не проводили, потому что наши родители были заняты, и воспитателям тоже некогда было этим заниматься. То есть мы нашли актуальную проблему для того, чтобы изменить, улучшить мир. И поэтому мы этим занимаемся. Нам это нравится, и нас все устраивает. Я вот абсолютно согласен с Ириной, потому что дети в детских садах и вправду очень редко посещают музеи, да и в начальных классах школы, то есть они выходят буквально раз в полгода куда-нибудь там уток на то же озеро покормить, не больше. Нам интересно изменить что-то в своей стране, как бы мы вполне можем что-то совершить, что-то отдельное. Важность акции «Я гражданин России» отмечают на уровне Министерства образования и науки. 13-летний опыт проведения показывает, что ребята, которые принимали участие в акции в разные годы, практически все стали успешными в различных сферах деятельности. Формируется гражданская позиция, активность. Они понимают, что, в общем-то, ответственность на них, что они должны сами, своими руками, делать страну лучше, справедливее, достойнее. Вот сегодня много говорят о патриотизме, и вот этот патриотизм действенный, реальный. Дети могут гордиться плодами своего труда. Они обретают уверенность в своих силах, когда видят результат своей работы. Благодаря этим проектам были внесены в местные конституции изменения. То есть, когда дети обратили внимание на какую-то проблему, показали, как ее нужно решить, и власти их услышали, обратили на это внимание, и действительно были сделаны какие-то шаги, которые изменили ситуацию в той или иной проблеме. То есть вот уже реальный результат. После 3 дней защиты проектов будут отобраны победители и 5 сильнейших. Все проекты проанализируются, будут приняты к сведению или как сигналы к действию. Лариса Басова, Антон Чистяков, Анапа регион.